Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Безумные монстры». Так, давай-ка займемся с тобой вначале прокачкой. Что мне нужно сделать? 10 уровня у нас с вами снегобум. Я могу его еще улучшить, да? Будет у нас 778 урона. Отлично. Так, магнит. Давай-ка пестициды, наверное, с тобой еще улучшим. Могу кролика прокачать. Вау. До 10 уровня. Даже до... До какого? До 12-го? Шикарно. Так, дробовик. Дробовик, нужно ли нам? Давай-ка, наверное, лучше магнит. Все, ребята. Ну что, и отправляемся с тобой на компашку. У нас, кстати, здесь уже недалече и босс, как ты видишь. Но сначала нам нужно разобраться с этим шитиком и забрать у него бензопилу. Высокое напряжение называется уровень. Так, 14-19, да, рекомендуется. Ну, я думаю, мы должны справиться с вами. Как говорится, играем не в первый раз. Не позволяй гадкому магу. А как не позволить, если он автоматически меняет? Ну что, начнем, пожалуй-ка, мы с дрона. Так, секунду, что-то меня не устраивает такой расклад, если честно. Давай, наверное, бомбанем с тобой вот этого волчару. А пушку-то я не успею использовать, сейчас окопается. Ладно, это ерунда, ребята. Сейчас бомбану по нему из корабельной пушки. Уничтожил. Так, ать, ударил. Ну-ка. Шикарно, шикарно работает ствол. Так, ну что ты сюда пришел, да? На, бумс. Ах ты. Этот маг, его фиг поймешь, ребята, он в таком костюме, что его и не признаешь изначально. Так, минус. Вот этого надо бомбануть. Заморозим. Потому что ты помнишь, да? Чем чаще у нас бомбит, тем сильнее у него становится атака. У нас, слава богу, с тобой есть 4 аптечки. Как ты видишь, вот они. Мы можем с тобой спокойненько их использовать, если понадобится. Давай-ка я вот так попробую. Так, минус колдун. И остается у нас вот этот вот электрик. Давай его уничтожим. Бам. Так, переходим с тобой на следующую волну. Окопался, нет, парень. Давай-ка вот так. Блин, этот ускоритель дед Гринч стоит. Что сделаем? Давай вот так, наверное, с тобой бомбанем. Фигня получилась какая-то полная. Давай еще раз дрон вызовем с тобой. Слушай, а если я вот так сделаю, а? Ты все им сбросили, да? Никаких... А, ну мы же только сбрасываем заклинания, друзья мои. Физатаку еще никто не отменял. Понял, зря использовал. Так, дедуль, тебе, по-моему, надо валить отсюда. Так, успею я его заморозить? Успею. Это хорошо. И теперь, естественно, его уничтожаем. Разрушение. Друзья мои, переходим на следующую волну. Да не надо мне пока ничего тут получать. Так, убираем вот это. Заморозка сработала. Сейчас вот так еще сделаем с тобой. И применим лук. Отлично. Отлично, я тебе скажу. Так, дальше что нам сделать? Давай, наверное, вызовем дрона. Сбей, пожалуйста, этому. Нет, нифига не сбил, ребят. Бумс. По щам получили с тобой. Так, вали отсюда. А я разберусь вот с этим электриком. С этим охламоном. Заморозим, во-первых, его, да? И расстреляем. Фух. Пока все очень неплохо идет. Нет, пока не надо нам ничего здесь делать. Заморозочку применяем. Это раз, плюс пушку корабельную. Это два. Что бы нам с этим-то делать? А, мы можем с тобой добить. Слушай, не получилось добить, не пробили. Так, а вот этого надо заморозить. Гоблина, бам. Так, давай-ка, наверное, мы с тобой из пушки шмальнем. Прикольно, но добить не получилось. Кстати, мы можем с тобой, знаешь что... Оу-оу-оу, не надо. Пестициды убери отсюда. Блин, все-таки он мне звезданул, а? Так, а этого не добили, да, получается, ханурика? Он еще тут получает, типа, хило. Ну-ка, если мы... Иди отсюда, могучий орел. Так, ну что, дрона вызываем тогда? Блин, да что ты будешь делать? Не хватает нам немножко с тобой этого урона, чтобы его уничтожить? На тогда со ствола. Зашибись. Так, у нас свой 958 здоровья. А волна еще одна будет. Сейчас я устрою вечеринку смертельного электробуги.
Так, тут надо получать, скорее всего, здоровье нам. Ну, если что, у нас есть с тобой 4 аптечки, мы сможем ими воспользоваться. Ну-ка, снегобума. Так, я попробую, наверное, еще холодильник бросить. Ладно, годится. Годится, так, этого... На тебе. Слушай, а Босяру-то мы с тобой добить не успеем. Он сейчас звезданет по мне. Ой, как будет больно. Ладно, выпускаем дронов. Корабельная пушка, нет, лучше вот так сделаем. Ать, совсем чуть-чуть не хватило нам уничтожить этого волчару. И он сейчас ударит по мне. Так, снегобум. Отлично, ребята. Так, что нам надо с тобой сделать? Давай, наверное, из пушки добьем этого электрика, да? Электробуги он мне решил тут устроить. Ускорение. Не надо никаких ускоряшек, пожалуйста, здесь. Ай, да что ж ты будешь? Ну, вот не хватает чуть-чуть и все, чтобы нам добить. Ну что, мы прошли с вами первый вот этот бой. Побед за нами. Вот она, новая карта. Так, мы получили с тобой опять же вот этот вот спрей прикольный, который нам пригодится. Ну и давай смотреть дальше. Следующий будет бой, по идее, с боссом. Я ведь ничего не путаю? Нет, ребят, я ничего не путаю. И мы с вами заработаем карту черепахи. А черепаха, если я не ошибаюсь, дает нам дополнительную защиту. Тут что-то у нас можно забрать. А, короны. Так, здесь у нас выбрать монстров. Опять же, бои с волкотими. А, мы же с тобой еще друзей не отправили. Да-да-да, надо... А почему у меня только кролик доступен? Подожди, подожди. А, там же локация, определенная локация под определенных героев. Ну что, отправим его, наверное, да? Лягушка пускай пока идет. И сюда, да, сюда мы можем отправить сову. Пускай шоркаются там, да? Ну, а мы с тобой, ух, идем на босса. Возможная награда, вот это вот все. Ну и плюс черепаха. Осадный зверь. Прям вот не терпится посмотреть. Нет такой карты с цветом его щита. Лучше сфокусируйся на лечащем дроне. Дроны не бесконечны. Ах, он еще будет получать хил от дрона. Ого. Использую специальные карты, чтобы снять эффекты с монстров. Да, если бы у меня эти карты были бы. Вот он, друзья мои. Новый монстр, осадный зверь. 3 способности. Наносит большой урон и увеличивает стоимость всех карт в руке. Офигеть. То есть, смотри, что он творит. Было 4, стало 5, да, по энергии. Дальше. Блокирует 50% урона и эффекты от карт соответствующего цвета. Да чтоб тебе. И последняя способность — это призыв. Призывает дронов поддержки, которые будут его лечить. Ну что, ребята, давайте попробуем. Я наполовину носорог и наполовину робот. И горжусь этим. Умри! Умри, говоришь, да? Ну-ка. А если я из пушки? На тебе, гаденыш. Еще давай. Слушай, а по-моему мы его... Да, мы его не замораживаем. Так, у него, ребята, копится. Сейчас он начнет буянить. Он начнет буянить. Но мы можем сбить, по-моему, да? Или не... Ну-ка, если я вот так сделаю. Ага. Так, 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 отлично, друзья мои. Вызываю подкрепление. Познакомься с моим супер-мегадроном. Супер-мегадроном. Где твой мегадрон? Ну-ка. Я не вижу, ребята. А, вот он. Слушай, а если я его призову? Нельзя? Ух ты. Ну-ка. Блин, ты посмотри, надо как-то дрона этого валить. Так а как мне его бомбануть? Я не могу, ребят, ничего. Нифига, он еще и хиляет. Ну, мой дрон, как всегда, ничего не делает, ребята. Могу сделать вот так вот еще разок. Оп. И вот так вот. Ну-ну-ну-ну-ну. Нифига не срабатывает. Блин, да ты достал супер-мега-дрон. Че-то вообще никакого урона не ношу. Ой. Карты подорожали у меня. На тебе. Слушай, ну корабельная пушка — это круто. А сейчас ты конкретно попал. Мои дроны в бой. Еще что ли вызови дронов? Серьезно? Что он сделал? Офигеть, он не взял карты просто все. На тебе, как раз пушка, хорошо.
помогла нам здесь. Так, давай, давай, давай. Вот, ребята, второй дрон появился. Не было, блин, печали называется. Тем более, этот дрон полностью отхилился. Есть какие-нибудь идейки? У меня пока вообще никаких идей нету. Дрон я этот не могу притянуть. Холодильник не работает здесь. Ну-ка попробуем посмотреть, что вот здесь за карта. Ребята, они его хиляют, а? Они его очень круто хиляют. Так, пушка. Специально, да? Специально сделал. На тебе. Вот если бы мне корабельная пушка доставалась бы почаще, он бы уже, наверное, трупиком бы лежал. Давай честны будем. Опять отхил. Надо сконцентрироваться на дронов, нам сказали, да? Чтобы их уничтожить, чтобы они не хиляли. Но у меня нету нормальных соответствующих карт. А сейчас он еще будет... О, пушка корабельная готовится, ребят. Готовится... Ну-ка, на тебе. Почти 2000 хп осталось у него. Ну-ка, магнит. Остался совсем маленечко, уничтожим с тобой. Во, из лука. Так, минус хилищий дрон. Это уже приятно. Но тут, смотри, тут защиту делает. Ну-ка, прожгем. Да. Ну что, носорог, ты остался без защиты, я смотрю. По-моему, пора тебя немножко нахлобучить. Ха-ха. Корабельная пушка у меня готовится, ребят. На-ка, выкуси. Вот и все, друзья мои. Вот тебе и весь осадный зверь. А мы с тобой получаем нового защитника. Да-да-да-да, это черепаха. Уровень, интересно, заработали мы с тобой? Как ты думаешь? Так, получить в двойном размере. Ну, давай. Ну, неплохо, я тебе скажу. Так, а сейчас мы с тобой отправляемся, по идее, на новую локацию. Да. Доселе была пустыня у нас, да? Теперь у нас пошли... Даже не пустыня, а как тебе сказать? Какие-то трущобы, что ли. И мы с тобой возвращаемся опять в ледяные стужи. Потом будет болотная фигня. О, эти псы, вспомнил я их. Так, и тут босс скоро будет, тоже недалеко. На этом острове вы откроете непонятно пока кого. Ну, дойдем, увидим. Ну что, друзья мои, давайте-ка зайдем в инвентарь, посмотрим, что мы можем с тобой прокачать. Ствол. Я думаю, что надо это сделать. Неплохо он бомбит, тем более не забывай, что он уничтожает легко убийц. А вот пила. Общий урон 240. Наносит дополнительно 100% урона по поддержке. То есть это вот по хилерам, да? Ну ладно, давай прокачаем. Заодно и возьмем, протестим ее, да? Только вот вместо кого? Вместо холодильника? Как ты думаешь? Давай посмотрим. Пускай будет здесь у нас стоять. Ну, а мы с тобой, естественно, отправляемся на следующих. Подожди, у меня же где-то здесь... Они почему-то здесь не дают, как раньше показывают. Вот у тебя есть помощник, да, вот он, новая карта. При получении урона уменьшает его на 30. Если мы прокачиваем с тобой, то... Ну, смотри, неплохо. На 48. Но я, честно говоря, никогда не любил черепаху эту. Никогда ее, по-моему, не брал. Поэтому, я думаю, наверное, нам стоит ее отправить в дальние страны. Пускай она путешествует. Где это у нас делается-то? Я уже и забыл. Чтобы ее отправить туда, в дальние края. Это где? Вот здесь вот, по-моему, да, у нас делается? Черепаха. Где твоя локация? Вот она. Иди, иди гуляй. Как говорится, ну а мы с тобой переходим. Зима близко. 6 волн, уровень 15-20. То есть они с каждым разом мне дают все сильнее и сильнее противников, да. Оружие мое все слабее становится. До тех пор, пока вообще мы не сможем с тобой наносить урон. И у нас новый монстр, Йети. Так, слабый удар наносит всего 91 единицу урона. А ледяное дыхание замораживает две карты в руке игрока при ударе. А вот это плохо. А вот это плохо. И мне кажется, что... Нет, нет, корабелька, нормуль чувствует себя. Так, я хотел бы посмотреть на пилу. Но пила действует очень хорошо против Гринча. Поэтому Гринча вытягиваем сюда. И посмотрим, как это пила. Это же поддержка. Воу-воу-воу-воу. Ты видел? Вот это смак. Вот это я называю имба, ребята. Мы просто этого Гринча распилякали.
Потому что он поддержка. А вот пушка эта против убийц хороша, потому что наносит разрушение. А вот кто у нас Йети? К какому классу он идет? Наверное, танк, скорее всего. Блин, маг, кислый щит, ты запарил уже. Мне кажется, он танком. Так, это поддержка? Поддержка. Ну, немножечко не добили, ничего страшного. Давай-ка, наверное, вот так вот. Тынь-тынь-тынь. Готов, партизан, вали отсюда со своим фотоаппаратом. Тут еще пришел мне. Так, а ты мало получал, да? На. Сгинь отсюда. Так, ну ты, маг, доплясался, а. Вот лук хорошо, когда критует. Без крита, конечно, он вообще слабенький. Поддержка, на, распилили. Переходим с тобой на третью волну. Уху-ху-ху-ху, что же нам тут сделать? Давай-ка, наверное, о, там еще и этот. Электрик, электрика нужно нам с тобой притянуть. Он убийца? Убийца, поэтому мы его убиваем. Так, волчара подойдет сюда или кто? Волчара. Слушай, мы можем волка сейчас, в принципе, вообще с удара снести. А? Грифон этот надоедливый. Так. Ну, я думаю, что этот не поддержка, но посмотрим, сколько пила нанесет ему урона. Ты видишь, да, разницу по дамагу? Очень большая. Так, замораживаем его пока. И выпускаем дрона. Весь урон пойдет именно на него. Видишь, избили ему накопленную энергию. Еще разок заморозочку. И еще раз расстреляем. Слабо. Слабо наносим дамаг, но он замороженный, поэтому лук его должен уничтожить. Ледяной урон. Опять Йети. Бесплатно. Нет, это мне не нужно пока. Я вроде бы себя чувствую довольно хорошо. С ударов, нифига. А вот это, вот интересно, он поддержка или нет? Нет, ребята, это чистой воды убийца. Поэтому в него надо бомбить с этого ствола. Так же, как и в волчару. Но вначале его лучше заморозить. Вот замораживаешь волка, да? После этого можно применить лук. Он очень хорошо нанесет урон. Отлично. Следующая волна. Окапывается, сразу же начинает окапываться, да? Ханорик. Он танк, поэтому против них, естественно, тяжелая артиллерия. А это уже идет убийца. У меня нету ни ствола. Вот он, ствол. Тын-тын-тын. Слушай, пол хп сразу снесли. Ать, получил все-таки, да? Так, ну, этого убиваем. Мне бы притянуть вон того ханорика. Сейчас пузырь поставит, да? Ха, предсказуемый ты, олух. Замораживаем пса. Или волчару. И расстреливаем его. Так, ну что, иди сюда, слизень. С тобой будет короткий разговор через мою пилу. Ну, ты смотри, у него 4,6 тысяч, да, хп было. Мы ему... оставили 1000 почти. Слушайте, на 4000 бомбит неплохо. Ладно, ребят, пока мы здесь ничего не будем делать. Применим с собой просто дронов. А Йети, наверное, не может. Да, ребят, мы его как бы замораживаем, но урон он получает минимальный, потому что он с ледяной стихией, я так понимаю. Ну, снежная тварь, поэтому и урона мало получает. Естественно, мне нужна пушка. Вот она, корабельная пушка. Мы с тобой, наверное, хильнемся сейчас. Вот так вот. На всякий случай, просто-напросто. Бумс. Так, а вот этого надо, ребят, пилякать. Блин, чуть-чуть, ну-ка. Вот. Опять Йети. Слушай, где моя корабельная пушка, ребят? А? Где она? Слава богу, он хотя бы замораживается. Давай-ка из лука. Вообще какой-то имбовый чувак, а? А этот успевает его хильнуть. Постоянно его лечит, а? Так, поддержка, получи. Да что ж ты будешь делать? Ну, совсем чуть-чуть не хватает его уничтожить. Теперь он сам себя хиляет, да? Дрончик, дрончик, дрончик. Сбил, да, им каст? Я все-таки шмальну. Да ё-моё, ну... Нет, плохо, плохо, ребят. На каждого монстра свои карты. Вот что я тебе хочу сказать. Звезданул все-таки. Но это последняя волна, поэтому, ребят, не переживаем. Этого маханорика сейчас с тобой. Во, заморозил все-таки мне две карты, а? А распилить не получилось. Тогда из пушки мы его, наверное, уничтожим. Все. Ну что, прошли. Прошли мы с тобой этот уровень. Получаем награду и, наверное, приумножим. Так, ну что, награды мы с тобой получили.
И переходим, естественно, на следующий уровень. Сейчас посмотрим, кто у нас там будет. Опять Йети. Опять те. Давай, поехали. Так, Бигфут. А Йети и Бигфут, это, по-моему, одно и то же, просто по-разному все его называют. Большая стопа или снежный человек. Вот он, друзья мои, явился, не запылился. Заморозкой здесь, ну, явно лучше не пользоваться. Я имею в виду снегобумом. А другого выбора нету. Пока у нас корабельные пушки не появятся, мы можем, в принципе, вот так с собой сделать, да? Это убийца. Тогда получай по заслугам. Поддержку бы мне сюда притянуть, да? Я бы его пилой бы быстренько раскукожил. Сейчас он будет бросать зелье ускорения. Вот что я тебе хочу сказать. А мы его вот так вот. Обломался, да? Старый Гринч. На! Вот так вот, пилой по нему, правильно. А этот все время окапывается. Сразу же, как только выходит, он начинает... Иди отсюда! Смотри, что он сделал, а? Блин, ну какой звук. Зачем он мне сейчас? Во! Вот пушка, это хорошо. Это поддержка, да, поэтому и получил урон колоссальный. Так, давай-ка мы его добьем. Этот сейчас возвращается ко мне. Блин, псарня хочет бомбануть. Блин, он успеет ударить, да? Я только хотел его... Да ё-моё, он еще и назад ускакал, а? Ладно, давай тогда из лука с тобой сделаем. Добьем... Нет, мы пса не добили. Добили только этого шитика. Ну чё, волчара, на, угощайся снегобумом. Опять Йети. Так, пока мне здесь ничего не нужно. Мы его убираем отсюда. А этот хочет сделать пузырь. Это вспомогаловка, поэтому пилим. Дрон, давай. Касты не... А, нет, сбил. Сбил этому чувачку. Так, из лука сейчас пошмаляем чуть-чуть. Копит, ребята. Ну-ка, успеем. Блин, этот ствол, это же не для этого предназначен. Пузырь на кого повесит? На себя, понятно. Поэтому я, ребят, так и думал. Блин, что-то нас тут распиликивают. У меня очень мало здоровья уже. А этот, не забывай, ребята, накапливает атаку. Если он раз, потом второй раз по тебе бомбит. Блин, придется так сделать. На третий он уже начинает серьезно калашматить по тебе. Так, опять окапывается, да? А, я же не смогу сместить его, точно. Пока пестициды не применишь, ты с ним здесь ничего вообще не сделаешь. Ну-ка. Очень слабо. Заморозить его только если. Давай-ка вот так сделаем. Ага. Не успел, ладно, фиг с ним. Ну вот чем его бомбить? Ну давай дрона вызовем. Кстати, дрона можно уже, мне кажется, заменить на более что-то такое серьезное. А что у нас серьезного? Ничего, у нас там есть, правда. Ракеты, помнишь, мы с тобой ракеты получили в прошлой серии? Я их не тестил. Они у меня так лежат, без прокачки, кстати. Да-да-да, без прокачки. Ну что, гриб, нарвался? Так, еще две волны, друзья мои, две волны у нас. Ну давай. Начнем с пушки, как всегда, по стандарту. Хопа. Этого замораживаем. Так, дрон, давай, родной мой. Впаяем, пополним. Нет, он взял в одного этого Бигфута, бомбнул. Так, пушка. Хорошечно. Я могу, в принципе, и, наверное, его вот этим вот. Да, добил. Зелье ускорения готовится. Ух, ё-моё, я думал, что сейчас успею его. Но нет. Ну что, поддержка. На, познакомься с моей супер-пупер-пилой. А, то-то. Сразу раскис. Да, магнит хорош, тоже, кстати, добивает их. Следующая партия. Пока не надо мне здесь ничего делать. Дрона. Блин, вот иногда не хватает дискошера, да? Для того, чтобы просто поменять местами и раскромсать вон того, например, электрика. Так, это убийца. Попробуем сейчас его... Сейчас звезданет. Сейчас будет удар. Это последняя волна? Последняя, поэтому... Держимся, друзья, до последнего. Так. Что сделать-то? Я даже не знаю. Зачем мне грифон здесь нужен опять, а? Заморозить его, если только. Бамс, минус. Иди сюда, как раз под... Оу! Ты видел?
Вот так вот, друзья мои, урон наносит вообще офигенный. Распилим тогда его. Так, а этот будет сейчас применять на себя пузырь. Пускай применит, мы его снимем, сразу заморозим. И из лука, наверное, мы его уничтожим. Хотя, наверное, не хватит нам урона. Ну да, чуть-чуть не хватило, поэтому можем расстрелять. Это уже как на добивку. Все, друзья мои, с горем пополам я успел все-таки пробить, бомбануть дискошар, 279 штук. Забираем полностью наградушку на нашу, и мы двигаемся на следующий уровень. Смотрим, здесь... Ох ты, смотри-ка, новая какая-то ракета. Слушай, ну этот чувак уже серьезно выглядит по сравнению вот с этими, да? Какой-то хмырь, злой и замерзший. 6 волн, возможные награды и вот какие-то ледяные ракеты. Но у нас с тобой не хватает энергии, а как же нам ее получить, ты помнишь? Посмотреть видосик? А, можно заплатить гемы. Отлично, заплатили гемы. Ну, я думаю, надо идти. Жестянки в окопе получают меньше урона, сними с него защиту. Так это уже давно известно, парень. Это для меня не новость. Так, ну что, начать-то с чего? Давай, наверное, вот так вот. Да ел, я только хотел, думал, из пушки стрельнуть, но видишь. Ладно, давай смотреть. Есть. Ну, по крайней мере, уничтожили. А ты знаешь, вот этот вот, он хоть и танк, но у него все-таки урон поменьше будет, чем вот всяких там убийц или еще кого-нибудь. И в конце концов мы можем его, например, заморозить. Сейчас посмотрим, насколько он бомбит. 101, то есть, ну, согласись, это вообще ни о чем. А вот убийца бы бомбанул по мне, ну, минималочку 300. Так что лучше танка оставлять. Ну, конечно, за исключением, который окапывается. С ним ты ничего не сделаешь. Так, поддержка. Распилили, но не добили. Так, дрон, ты поможешь мне в этом деле? Спасибо тебе большое. Хорошечно ты сейчас сделал. Так, Грифон, иди сюда. Мы с тобой будем разговаривать вот так вот. Заморожу тебя вначале. Может быть, дрон нам... Не, вот так вот сделаем. Добить добьем? Добили. А этот сейчас успеет, наверное, сходить. Ать! Блин, на 220. Ну ты видишь, да? Тот соточку, а это 220. Но это первый его удар был. Да не надо мне пока ничего тут получать. Все у меня пока под контролем. Распиливаем. Это поддержка. Поэтому он получает усиленный урон. Надо снегобум раскачивать, ребята. Раскачивать, причем капитальненько. Так, я успею, блин, пушку. Да, успел. Минус волчара. Две карты заморожены. Ах ты, успел отойти от заморозки. Снегобум, снегобум, ну. Я не успел, да? Чуть-чуть буквально не успеваешь. И тебе, по тебе прописывают урон. Вот, вот этот вот гаденыш сразу окапываться начинает. Ну, просто нечего было другого вызвать. Я вызвал пилу, ребят. Ну, ладно, заморозочка. Так, этот готовит пузырь, этот готовит хил. А я готовлю пушку. Ого! Минус сразу. Вот это другой разговор, вот это мне нравится. Фигня полнейшая получилась сейчас в данный момент. Так, пузырь, нет, парень, никаких пузырей. Вызываем дрона. Какая-то четвертая волна, да, получается? Еще две впереди, у меня, ну, ровно половина здоровья. Поддержку распиливаем. Да что ж ты, не хватило тебе немножко-то, блин. Ты офигел, что ли, мелкий? Стоит там что-то выпендривается, а? Ну-ка, давай-ка. А, он же не убийца. Это поддержка. Против поддержки что? Да, да ты достал уже. Слушай, нам, наверное, придется с тобой либо хильнуться, либо посмотреть видосик. Ладно, продолжаем нашу эпопею. Вызываем дрона. Вызвали дрона. Так, секунду, давай, наверное, нам надо как-то вот этих двоих голубчиков уничтожить. Так, это пускай пока в заморозке постоит какое-то время. Слушай, я, наверное, зря холодильник убрал. Еще одной заморозки почему-то вот не хватает мне как раз. Так, ать, почему он опередил? Да вы оборзели, что ли, а? Давай-ка аптечку применим. Если хотим жить, нам нужно применять аптечку.
Так, совсем капелька. Он замороженный, мы его можем с тобой, в принципе... Блин, он уже отморозился. А дрон мой не пробил. Сейчас еще получим 2 урона. Блин, офигеть. Ну вот как вот с ними быть, а? Вот как вот? Вот объясни мне. Последняя сейчас волна будет. Расстреливаем. Я думаю, что мне хватит вот этого. Хотя... Меня называют по-разному. Йети, Бигфут, твоя смерть. Я так и думал. Ну что же, давай попробуем. У него 8750 хп. Ну это такой боссик, так скажем, планового разряда. Это не основной. Поэтому я думаю, что мы с ним справимся. Но вначале заморозочку. Этот готовит щит. Поэтому не тратим с вами. Ах, вон куда он бросил. А, это ускорение, ребята. Какой щит? Ускорение. Блин. Все карты мне спутал, а? Ну-ка. Нет, не прокатило. Блин, и долго он мне будет карты замороженными держать? Почему я не успел, а? Блин. Слушай, дело плохо. 955 хп у меня остается. Ну ладно, Гринча мы с тобой, наверное, сейчас... Ну, хотя и так тоже неплохо. Так, поддержка. Ать! Ребята, очень мало здоровья у нас. Блин! Да ну! Слушай, хиляемся, ребята. Срочно хиляемся, иначе нам крышка. Все хилки почти потратил. Представляешь? Все, абсолютно. Еще сейчас удар получим на дорожку. Офигеть, он бьет, да? На 400 с лишним. Фух, мы его одолели. Да, сложновато было. Когда я уровень-то получу? Так, улучшили свои награды. Получить. Давай почитаем про эту ракету, что она делает, какие у нее способности. Ну что, мы перешли с тобой на новую локацию. Так, это у нас будут растения. Так, инвентарь. Вот она, новая карта. Общий урон 400. Наводится на цель, если она заморожена. Если цель заморожена, дополнительно наносит ей 100% урона. Слушай, ну это классно. Сейчас мы ее прокачаем, сколько сможем. Ну-ка, так, седьмой, восьмой уровень, да? Слушай, мне кажется, надо взять. Мы с тобой заморозкой пользуемся, но вот вместо чего? Вместо магнита? Или же вместо лука? Вопрос интересный. Давай, наверное, вместо магнита. Вот так. Ну что, друзья, готовы? Я готов. Поехали. Дробовик, да, можем с тобой заработать. Уровень 16-21. Опять у нас не хватает энергии. 30 гемов. Нет, можно, конечно, и за видосик, но я потрачу гемы. Сколько у меня гемов? 143. Еще терпимо. Ну что, приступаем. Это новый монстр. Сейчас нам покажут, распишут, доложат все о нем. Угу. Новый монстр. Гадкий сорняк. Костюмчик такой единорога. Значит так, наносит урон соточку. А способность неизвестная лечит всех союзников на 1000 здоровья. Точно, ребята, это поддержка у нас получается. Я даже не знаю, с чего начать-то тут. Ну, давай дрона, наверное, выпустим. Где моя корабельная пушка? Вот она. Иди отсюда. Так, это убийца. Убийцу надо валить из пистолета. Из этого. Недобитый ж. А если вот так вот? Добьем мы его пилой? Отлично. Так, поддержка, ну что? Кстати, я помню, как они меня в свое время вымораживали. Хиляйся, хиляйся. Так, так, так. И заморозочка. Минус. Так, грифона мы с собой убираем отсюда. Блин, нам бы поддержка. Слушай, а я пилу убрал, да? Она же как раз против поддержки идет. Нет, вот она. Ох, как мы его хорошо сейчас прижучили. Мне нужна заморозка. После этого я бы, конечно, применил бы вот эту ракету, которая самонаводящаяся. Чуть-чуть не добили, блин. И он мне сбил заморозку как раз, а. Сейчас еще этот ханорик сходит.
Потом еще, ну, отпрыгнуть он уже назад не отпрыгнет, потому что некуда. Вот, самое время, ребят, протестить эту ракету. Сейчас подождем с тобой энергию, потому что есть пока возможность, да? Как она? Полетела. Слушай, хорошо бомбит она, я тебе скажу. Очень хорошо. Никаких окопов. Так, это убийца. Давай стрелять в него. Так, этот готовит хил. Я успею дрона вызвать? Сбей, вот, сбил каст. Нормуль. Да иди ты. Распили, распили. Нормуль. Так, этого-то как мы будем теперь? Наверное, заморозим? О, хиляй, ну конечно же. И ракетку. Должны, по идее, его уничтожить. Ха-ха, комбо. Ну что, голодранец? Получи. И добиваем. Давай из пистолета. Нормуль, переходим на следующую с тобой волну. Опять грифон. Да не надо мне пока, все хорошо, все отлично. Заморозочка. Где мои ракеты, блин, когда они... Вот она. Блин, на 2000 урона, это, я считаю, хорошо, ребята. Сейчас мы его добьем. Все-таки этот успеет, да, по мне удар нанести? Успеет. Ну, да ё-моё, я готовил пушку под пса. Хиляться будет. Причем всех. И он нифига не на 1000, а на 1300 он захилял сейчас. Вот что я тебе скажу. Так, интересно, я его успею, друзья мои? Нет, не успею. Очень мало здоровья остается у нас. Всего лишь тыщенка. А еще две волны впереди. Надо восполнить себе здоровье. Ну, в принципе, неплохо. Так, с чего начнем? Давай с дрона. Окей. Теперь пушка корабельная. Можно заморозить, да? Можно заморозить и... Давай распилим. Окей. Ай, не успеем. Ударит все-таки. Ударит. Как ты не вовремя, а? Слушай, ну без бонуса. Вообще... Оп, не надо. Никаких адских зелий тут. Так, Гринч. Может, хорош уже? Завязывай, а? Баловать-то здесь. Заморозку срочно. Отлично, успел. Так, мы ждем ракету. Смотрим по откату, ребята, и применяем ее. Вот так вот. Для чего это делается? Чтобы накопить себе еще побольше энергии. И вот последняя волна. Иди отсюда. Так, из пушки. Это убийца. Это, ребята, убийца. Так, видишь, сколько? Сразу большую часть здоровья мы у него отобрали. А допилить не получится, наверное. Угу. Пестициды не... Ать! Так, есть. Так будет лучше. Этот хиляется. Сейчас будет, блин, отхил делать. Слушай, если я заморожу пока на время. Тут все только хиляет у нас, да? Я смотрю. На 3000. Тут, видишь, тут еще урон. Непонятно, чего зависит, ребята. Иногда может критануть, видимо, да? А иногда может просто сфейлиться. Так, а этот будет сейчас сам себя лечить, дурила. Пускай лечит. Теперь подготавливается к удару. Но вряд ли он успеет сделать удар, потому что мы его сейчас распилим. Да, друзья мои, разрушение тотальное. Ну, неплохо. Блин, я что-то уровня никак не могу получить. Уже сколько мы с вами играем, и уровень до сих пор на месте. Ну что же, наградушку получили. И давай дальше посмотрим. Так, нам до уровня... Ать, все, хорошо, ребят, получили мы с вами. Это какой? Какой уровень у нас? Какой у нас уровень-то? Я даже не могу понять. Где это можно посмотреть? Странно. Видимо, я продинамил вспышку. Ладно, друзья. Ну что, у нас еще 5 энергии есть. Я думаю, мы вполне можем еще разок подраться. Так, у нас хватает кого-нибудь или что-нибудь прокачать? Можно пилу. А можно... поддержек тут много, поэтому, наверное, пилу я все-таки. До 8 уровня, отлично. Дрона можно качнуть. Так.
и пестициды. Слушай, ну неплохо. Я думаю, что неплохо. Блин, мне бы вот динамит вот этот бы не помешал бы. Смотри, кто у нас тут. Спутник, бумеранг. А вот этот, кстати, новый персонаж, такого я не помню. Последний, вроде бы, который у меня был раньше, когда я играл, это вот этот вот, дикобраз. Свиньи, летучие мыши. А, вот этот был, вот этого я помню. И вот этого я помню. Этого не было, это я точно говорю, и этого не было. И хамелеон был. По-моему, хамелеон это или обезьяна, я не помню точно. И смотри, сколько здесь новых видов оружия. Вот этого не было, этого. Это мы с тобой видели, но его раньше не было. Вот этого арбалета не было. Акулы были, точнее, это пираньи. Вот этой установки не было. Морковка была, вот это я не знаю, что это такое. Кукуруза, что ли, какая-то. Робота вот этого не было. Вот этого тем более я не видел. Слушай, молот какой-то с шипами. А вот этого я помню штуку. Слушай, ну тут смотри, какой-то миниган. В общем, тут еще очень много чего интересного, что я даже не видел, не встречалось мне. Это я имею в виду с прошлым своим прохождением, с прошлыми своими сериями. Так, ну что, ребята, поехали. Возможная награда у нас, как ты видишь, здесь граната. Потом вот эти псы еще прибавятся. Они тоже, по-моему, саппорты что-то там будут делать такое вредное. Так, начнем. Грифону нанесли хороший урон. Сейчас попробуем ракетой забомбить этого волчару. Вот то, что нужно. Как-то надо грифона убрать, но у меня нету ничего такого хорошего, чем бы можно было бы его наказать. Дрон может, конечно, сбить каст, и он сбил. И это классно, и теперь мы его, конечно же, сможем добить с помощью нашей пушки корабельной. Этот пока нам не страшен, он будет там отхиливаться, а мы его заморозим. Пилы у меня нету, жалко. А мы его уничтожили. Ледяной урон. Ах ты, окопыш. О, муха тут появилась. Давно-давно я тебя не видел. Муха-цикатуха. А что делать-то? Делать-то и нечего. Нет нормальных хороших карт. Во, заморозка. Уничтожаем, ребята, этого шитика. Получим сейчас, правда, с тобой урон от двоих сразу же. И этот бомбанет муха. И волчара тоже ударит. Так, дрон. Сбил каст. Хорошо. Так, из пушки убиваем с тобой муху. И попробуем заморозить волчару. Пока волчара в заморозке, мы с тобой ждем. Ждем. И выпускаем. Переходим на следующую с тобой волну. Так, ну я думаю, пока не надо этого нам. Вроде бы все терпимо, поехали. Как же ты мало наносишь урона, а? Добьем ракетой? Нет. Не добили, к сожалению. Тогда придется расстрелять. Так, дальше идет этот к нам. Блин, меня вон тот он больше бесит, если честно. Жалко, что лук при выстреле не может сбить ему каст. Да? А те этого не добили? Ты серьезно? Да, они не шутят, ребята. Тут все серьезно. Так, замораживаем. Вообще уничтожили его к ядрине фени. Пилой, конечно же. Жалко, здесь нет такого оружия, которое применяешь, и оно тебе восстанавливало бы здоровье. Вот это было бы круто. Так, дрон пошел. Дрон пошел. Пушка пошла. Так, секунду. Думаю. Давай, наверное, так сделаем. Была бы пила, конечно бы я применял. Вот она. А этот сейчас ударит по мне, а? Тыч, на 134 бомбанул. Блин, если бы эта ракета еще могла бы замораживать бы, вообще цены бы ей не было. Так, давай-ка применим с тобой лук. А этого не добьем. Если только через пушку. Да, у нас с тобой хватит времени. Маска на носу у него. Ну-ка, дрон. Пожалуйста, шмальни по нему. И пилой допилим.
пятая волна у нас на счету. Тут даже не знаю, ну давай. С чего начнем-то, даже не знаю. Блин, не хочу. Давай с арбалета. Чё-то арбалет меня в последнее время расстраивает. Урона не наносит, понимаешь? А мне нужен именно урон, дамаг. Так, из пушки мы сможем его добить? По идее, должны. Отлично. Так, ну что, убийца? Понятно, я тебя понял. Они оба здесь убийцы. Меняются местами, как эти, как сайгаки. На! Добивочный. Получи ракету. Ну иди сюда, волчара. Как бы нам с тобой касбы ему сбить, было бы неплохо. Три удара и нифига, ребята. И все мимо кассы. Не сбили мы ему, короче, каст. У нас с тобой 1336 здоровья. Продолжаем нашу эпопею. Так, заморозка. Твою налево. Вот в эти моменты думаешь, почему я убрал магнит или почему у меня нету диска шара. Во, наконец-то. Выпало что-то стоящее. Дрон, помогай. Сбей каст, пожалуйста. Вот, 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 вот. Иногда хорошо срабатывает, иногда очень плохо. Пушка, как она долго копится. Я понимаю, у нее мощный удар, но так долго. Этот хилять собирается. А успеешь ли ты, парень? Ну-ка. Каст, 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 сбей ему. Е. Правильно, никакого хила. Так, это поддержка. Ну, давай из лука, наверное, бомбанем. Где пила моя, а? Скажи-ка мне на милость, мне нужна пила. Хотя мы его и так сейчас уничтожим. С помощью нашей ракеты. Ледяной. Ха. А этот ударит из-под тишка. На тогда, выкуси. Не добили? Что-то новенькое, тогда распилим. Ух. Отлично. 279 гранат. Естественно, мы с тобой это все дело приумножим. Забираем. Ну что, дорогие друзья, я думаю, наверное, на сегодня будет достаточно. Поиграли неплохо, энергии у нас нету. Так, надо как-нибудь взяться плотненько за прохождение свалки Тимми. Или же, например, испытание монстров. Тут тоже получаешь награды, не забывай, что и опыт. В следующей серии мы с тобой забомбим сорняк и перейдем на новую локацию. А там уже недалеко и босс. Скорее всего, мы его тоже в следующей серии попробуем наказать. Ну что, дорогие друзья, на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!